Неделя с 30 марта в России объявляется нерабочей. Об этом сегодня заявил президент Владимир Путин в своем обращении к согражданам. Это одна из мер противодействия распространению коронавируса. При этом заработная плата будет сохранена. Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медучреждения, аптеки, магазины, банки, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу. Кроме того, голосование по поправкам в Конституцию переносится на более поздний срок. Конкретная дата пока не определена. Президент также озвучил ряд мер экономической поддержки. В частности, выплаты по больничному листу будут рассчитываться, исходя из суммы не менее одного минимального размера оплаты труда в месяц, то есть 12 130 рублей. То же самое касается пособия по безработице. Граждане и индивидуальные предприниматели, доход которых сократился на 30 и более процентов, получат право временно приостановить обслуживание своего долга и продлить его. Владимир Путин также озвучил ряд мер поддержки для малого, среднего и микробизнеса. В частности, наиболее пострадавшим отраслям предоставят отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, а также платежам по кредитам на ближайшие 6 месяцев. Сейчас мы обязаны сделать все, чтобы поддержать доходы граждан. Прежде всего, занятых на малых и средних предприятиях, чтобы у таких предприятий появились для этого дополнительные ресурсы, предлагаю в два раза с 30 до 15% снизить для них размер страховых взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ.